Привет, друзья! Доделываем шедевры. Коллективный разум. Входите, пишите советы. Дорабатываем картину, чтобы была шедевром. Просто шедевром. Потому что скоро вебинар у нас в следующий четверг. Объявление будет во всех сетях. Всегда даю новое. Новое на каждом вебинаре и на каждом бесплатном ликбезе. Всегда новое, и сейчас будет такое новое. Да, мы определим там, во-первых, почему боль бывает в душе, и почему боль бывает на пальце, и когда человек больше теряет энергии. Ну, конечно, вы скажете, что когда боль в душе, или когда боль на пальце. Ну, когда, у кого какое мнение. Когда рецептор болит, или когда душа болит, и что такое душа? И вот эту связь между потерями энергии и болью я определю, скажу, и вы будете меньше болеть, меньше терять энергии, и дольше жить, и больше будет хорошего настроения, потому что вы научитесь качать эндорфин прямо из адреналинового комплекса. Это вообще фантастика. Такого никогда еще раньше не было. Ни в одной книге мира, нигде в интернете. Если кто найдет, пожалуйста, снимаю шляпу, которой у меня сейчас в данный момент нет. Зато у меня хорошее настроение, потому что мы первооткрыватели. До встречи, друзья.